Всем привет. Мы в Шадринске, пельменной. Приехали по делам, проголодались, решили в пельменную заехать. Да? Так, горячие пельмени. Так, держи. И сметана и майонез, да? У меня еще селедочка. Селедочки. Покушаем. Ну, у тебя чем пельмени так? Мы заедем. А мне Даня заказал 1,5 порции. Нет, надо было сына порцию заказать. Погода хорошая, дети в садике. Время обед, пищу не завтрак, молчит. Какое время обед? Залетит с тебя 1,5 часа пельменей. Время 11 часов, наверное. Ну, 11 часов. 12, да? Тут с утра Толю проводили. Детей отправили в садик. Поехали. Ну, насчет общаги узнавать. Оказалось, все зря. Селёдка вкусная. Что, звонит это? Деньги. А? Забыл. Что? А, я думаю, тебе позвонили. Жилье ищем. Надо будет. Сейчас покушаем. И смотреть варианты. Со сметанкой, да горячей. Мешки. А что, перец вы не взяли? Ты без перца ешь? Ну, хотелось бы перчика, но... Спасибо. Пожалуйста. А ты что, без перца что-нибудь? Да. А что такое? Да это что, перец? Не, ну он ароматный. Ты любишь красный перец? Не знаю, ароматный, душистый перец, горячие пельмешки, с пылу, жару. Ты с майонезом? Тебе, Даня, майонез взял? Даня, тебе майонез? Вот я два майонеза брала. Тебе, ага. Будем кушать. Квартиру мы пришли посмотреть. Смотрим, квартира двухкомнатная. Тут коридорчик, так вот заходим. Комната раз, такая вот. Ремонта, конечно, тут нет такого. Ну, в принципе, все необходимое и самое нужное есть. Просто машину стиральную мы не стали. А машины нету, получается, стиралки. Ну, понятно. У меня у подружки холодильник сломали. Ага, ну, лоджия большая. Ну, что вам тут на лоджии-то особо-то ходить? Mm-hmm. Ну, закроете, в принципе-то. Как диван раскладывается. Диван. Ну, mm-hmm. Вот, в принципе-то, если какая-то мебель, там, это, как сказать, отдают много у нас бесплатно в шахту. Можно найти где-то, но посмотреть. У вас так они могут. Ага. Так, ну тут у нас сейчас ванна. Туалет. Ну, обычный туалет, так более висит. Кухня. Стол, стулья. Холодильник. Самое главное.
нам тоже девочек-то, тут вот у них вот три девочки. Там очередь возле подъезда. Да, да еще придут три мальчика к ним. Так нет, у нас к мальчикам девочки ходить не будут, правильно? Нет, ну там девочки, у них они все равно будут мальчиков. Смотрели квартиру и согласились. Двухкомнатная квартира наша. Успели, потому что жилья в Шадринске сдают очень мало. Жилье не дешевое. Мы сегодня уже посмотрели квартиру. Тоже двушка, чуть-чуть подальше. А здесь вот прям удобно. Здесь рядом техникум. Недалеко ходить будет. Утром проснулся, умылся и побежал на учебу. Да, Даня? Вот так. Замечательно. Что-то небо хмурое. Погода что ли испортится. И домой едем. Все дела решили. Остались мы довольные. Потому что мы только подъехали. Там возле подъезда... уже очередь стояла, можно сказать так. Тоже с девчонками. Но они после нас позвонили, поэтому нам вперед квартиру показали. Вот. Так что... Вот так что мы, слава богу, решили проблему с жильем. А то скоро учеба начнется. На выходных надо будет... ехать, порядки наводить, вещи перевозить, в общем, заселяться. Вот, так что как-то так. Хорошо, что дети в садике. По времени мы приехали с утра, пока в техникум, пока туда-сюда, в общем, не в раз еще дозвонишься. Вот, сходили спокойно, потом покушали, дозвонились и посмотрели жилье. Так что... Теперь домой едем. Довольные. Довольные? Тишина. Довольные. Конечно, да. Он пишет. Ну все понятно. Ладно. Мы приехали. Ура, ура, мы дома, да? И что-то такие уставшие. Такие прям умотанные. Ну, от нервов, наверное, вернее всего. Когда перенервничаешь, что... Какая-то такая потеря сил. Что ты хочешь? Руки помыть. Выбраться. Угу. Хочется попить чаек. Я говорю, не съесть ли мне котлетку? Вчера котлеты жарил. Конечно. Угу. Саша, свет включи, я пока кофе сделаю. Кофеек. Саша аж пивас захотел. Живой разлив. Вот так, в общем. Ну, все-таки мы не зря съездили, мы прям довольны такие. Слава богу. Наверное, у многих в этот день. Ой. Свет включи. Ага. В этот день. Когда касается детей, да? Конечно. То надо решить эти вопросы, эти проблемы с заселением. Ну вот, получается так, что кто-то остался и без жилья. А мы подъехали, получается, к дому, где должны были посмотреть квартиру. Там такая очередь возле подъезда. А Саша меня начал накручивать, что вот они уже стоят там. Сейчас мы останемся, в общем, ни с чем. Я говорю, ну как, мы договорились, человек позвонил, сказал, что сейчас приедет и покажет нам квартиру. Так что так и было. В общем, мы в очереди были первые. А они тут же звонят, потому что три девочки, в общем, хотели заселить в одну квартиру, вот которую мы смотрели. Ну, мы, конечно же, посмотрели и сразу же согласились. Вот, квартира двухкомнатная, ну, потому что без вариантов, вариантов нет. А я тебе кофе наливаю, не надо? Наливай, пусть будет. Нет, ладно. Ты пиво пьешь, да какой кофе? Потом. Ну, а ты не так. Нет, я не наливаю, просто вот поставлю. Себе-то я молоко налью или сливки положу. Так что. Так что, ты мой хлеб-то убрала. Какой? Беленький. А беленький, это я тебе могу батон дать? Нет. Вот этот хлеб? Угу. Ой, у меня-то чесночный батон. Ой, салат убрать, ага. Убирай. Саша тут сальца порезал, которую вчера варили. Копченого сала порезал.
Да все как-то так сложилось, ага. Утром Толю провожать. Вчера с вечера тоже попозже спать легли, потому что пока готовили тут сборы, как говорится, все надо было достать, в машину погрузить. В общем, как-то так. А утром рано выезжать, в Толю проводили. Нам ехать. Ева сегодня в садик не особо хотела идти, потому что что-то как-то без настроения стало, видать, не с той ноги. Как бы мы всю неделю с понедельника ходили, сегодня четверг, 29-е, ходили нормально, ну, как, просыпались, шли, ну, там возле группы только немножко как бы плакала, потом в группе успокаивалась, а здесь прям вообще никак, мы не одеваться сегодня не хотим, и у нас с утра день заводной. Заводной денек. Ну ладно, слава богу, в общем, сейчас у нас задача наша. Завтра пятница. А пятница у нас что? Предстоит собрать все, сборы, покупки сделать, купить. А то у нас сынок уже спрашивает, мама, а что, у тебя крупы есть, запасы есть дома? Девочки, вот все-таки запасы, это хорошо. Он понимает, что сейчас поедет отдельно жить, учиться предстоит, и готовить самому придется. И, конечно же, хорохорился, конечно же, но что-то уже, наверное, уйдет у него скоро это, да? Не будет хорохориться. Как ты думаешь? Не будет? Будет сам себе готовить. Учиться, какие-то покупки делать, да? Деньгами распоряжаться. Правильно. Сейчас порежу. Ты одно сало ешь, что ли? Да. Да? Он сало ест, пивом запивает. Да? Он что-то с мясом. Угу. Угу. Я имею в виду, что больше ничего. Огурчик хочешь? Угу. Я себе так вот огурчик. Огурцы по-фински. Они, кстати, очень вкусные. А с котлеткой что? Так что в субботу надо будет ехать, вещи перевозить. Да? Так работы столько, всего много, все навалилось. Скорее бы уже дети тогда учиться начали. Начинается учебный год. Желаю всем терпения, везения, хороших оценок вашим детям, нашим. Дай бог. Потому что это переживание, да. Как ребенок учится, чтобы у него все было хорошо, чтобы пропусков не было, да, чтобы оценки были хорошие, поведение неплохое. Господи, ухо летает. Так что сейчас отдохну, наверное, потому что рано встали. Ну, да. Наберемся силы, потом будем делать. Так уж за Евой скоро идти. Не, ну я ничего не буду. Я имею в виду, что мы ничего не будем делать. У меня планы были в огороде работу сделать. Помидоры вырвать. Поделать что-то. Картошка у нас еще не выкопана. Половину еще копать надо. Видите-то не. Нет, слушай, я котлету с огурцом. Ешь. Ну что, как тебе? Кабачковое лече. Угу. Хотела кабачковое лече сделать. Кабачки лежат. Думала, я планировала. Может, отдохну немножко, так потом. Оно обычно, какая-то усталость накапливается. День лежишь, ну, какие-то такие дела мелкие делаешь. А на следующий день уже какая-то энергия, бодрость появляется. И ты более работоспособен, делаешь больше работы. Ну, это у меня так. Не знаю, у кого как. Угу. Потому что... Блин, вкусно, я, наверное, все съем. Ешь, там есть еще. Марина вчера доставала. Угу. Она... Я котлеты-то нажарила, считай, как раз гречку сварила.
Но она пришла, огурцы спросила. Огурцы, говорит, лечь, что-нибудь есть такое? Я говорю, доставай, мы ничего не доставали. Она залезла, достала. И огурчики вот так. И с котлеткой там, вкуснятина. Посмотрим, еще огурцы нарастут, нет. Надо смотреть. Я дня два, наверное, назад собирала. Но мы опять теплицу. Ленилась, не выходила, не закрывала теплицы. Холодно. А сегодня еще холоднее, да? Такой? Нет? 11, что ли? Да. Ну, прохладно все равно. Полежи, наелся, что ли? Ну, ты сказал, что лечо съешь. Доем. Доем, говорит, доем. Так что ничего не будем делать. Будем бездельничать, набираться силы. Почему я вечером копать собираюсь? Копать? Ну, до вечера хотя бы отдохнуть все равно. Я ничего не говорю, я понимаю, что надо. Но погода может испортиться. На сегодня уже погоду такую не очень обещали. А дожди пойдут, потом картошку копать. В плохую погоду. У нас ее тут не лишка копать-то. Ну и что, как тебе сало-то в шелухе? Ну сало как сало, что? Не, ну вкусно, нет. Вкусно. Это вот это с краю, который ты резала, ага? Да. Угу. А соли только маловато. Угу. А так вкусно, тает во рту. Вкусно, ага. Вкусно. Ну ты не любишь соленый, ему нормально. Нормально. С огурчиком соленый. А, да ты соленый. Угу. Так что вот так. Попрощаюсь, ролик закончу. И скажу вам всем огромное спасибо. Тоже? Переборщить тоже как? Или соль тоже невкусно будет, да? Ну я маринад пробовала, было соленовато. Нет, наверное, ушло. Стало, собрала, что ли, что? Соль-то ее не стало. Ничего, неплохо. А, ну, думаешь, кастрюли, сковородки, чайники, сейчас все надо будет собрать. В том доме, посмотри, там тоже таскают. Нет, так этого у нас полно. И постельное есть, и полотенце, и все. Все, что нужно, вот. Все это, конечно, соберем. А вот насчет питания, у нас Даня очень капризный. И в котлетке-то вот там, не дай бог, что-то попалось. Ну, пусть там есть. На крупной вчера крупная решетка была, Толя фарш молол. Вот он попробовал, пол котлетки съел, что-то попалось. Все, аппетит пропал. Хрящик попал. Хрящик. Ну да какой хрящик? Да не хрящик, там какие хрящики-то, откуда они? Там мясо было. Не знаю. Ну, он так сказал. Нам ничего не попало. Все вкусно было. Нам нормально. Будем с ним думать завтра. Планировать, что мы будем покупать из продуктов, что так будем брать. Нет, помидоры не едятся. Надо. Лучше не едятся. Что-то с ней. Хреновину молоть тоже не будем, потому что мы не едим ее. Я не знаю, может, ты... Я бы поел. Ну, да, сделай маленько. Хрень, что ли? Да зачем, можно с чесноком чеснока начистить, просто немножко сделать. Я потому что в прошлом году делала хреновину. Мы нынче вот баночки оставались в холодильнике. Я ее в погреб не спускала, не хранила, потому что ацетилку я не добавляю. Просто чеснок, помидоры, хрен. Либо просто помидоры и с чесночком. Прекрасно в холодильнике стояла, Саша подъедал, а я вообще даже не подъедала. Итак, аппетит неплохой. Я говорю, ем хорошо. А если поешь чего-то остренького, аппетит еще больше разыгрывается. Я вообще к этому всему не прикасалась. Вчера вот первый раз огурцы попробовала, и так мне понравилось, такие вкусненькие. Решила я съесть. Так что... Лечо надо сделать. Ну, кабачки-то лежат, надо делать. На работу мне даже вот так вот брать. Вообще красота. Хоть куда. Сейчас ему говорю, баночки возьмешь. Овощи есть. Ой, все есть. Все свое.
Угу. Что-то в магазине купим. Мясца не возьмешь, мясо он не ест. Курицу какую-то, тушенку что ли. В тушенке он тоже... Грудки. Так он выискивает. Грудку одну покупать тогда, даже что ли? Пельмени тут грудинки, видите? Ну, пельмени сегодня заказывали. Он заказал пельмени с куриной грудки, ага, получается. Да, да. Угу. А мне двойную порцию с чем? Свинина. Свинина, говядина вроде. Баранина. Говядина. Ну, там еще баранина были, тройное, да. Тройное мясо, да. Ну, может, да. Я говорю, сына, ты что? Ну, так что. Такие у нас дела. Всем спасибо и пока. Ссылки под роликом. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Заходите на Телеграм, на Дзен, на Рутуб. Всем спасибо.